Всем привет! Сейчас я покажу, как быстро отмыть опять маслята от грязи. Вот грязюка. Ну, для начала их нужно вымочить, чтобы потом добиться вот такого результата. Для этого нам понадобится вот такая щеточка. Давить нужно не сильно, все отмывается, чтобы полдня собирать, а потом еще полдня перебирать. Пора уже и готовить. Вот. Так что дело мастера боится, как обычно. И даже не буду вот эту кожуру желтую или пленку снимать. Так, попробую приготовить. Что получится. И слизь заодно убирается. Так что, не знаю, чего раньше до этого народ не додумался. Кому чего непонятно, пишите в комментарии. Вот и все.